Быть в хорошей спортивной форме в наше время не только полезно, но еще и модно. А для людей, в руках которых наш покой и безопасность, быть спортивными – еще и необходимость. Вчера вечером в Рязани во Дворце спорта «Олимпийский» состоялся хоккейный матч между командами Главного управления МВД России по городу Москва и МВД России по Рязанской области. Перед началом турнира губернатор Рязанской области Олег Ковалев поприветствовал гостей, пожелал спортсменам воли к победе и совершил символический сброс шайбы на лед. Мы рады приветствовать, всегда рады гостям на Рязанской земле. Тем более, когда гости приехали с такой почетной гуманитарной миссией, как поиграть в хоккей, показать молодому поколению, что здоровый образ жизни лучше, чем все грехи человечества, которые, к сожалению, порой еще в жизни бывают. И я приветствую команду Главного управления внутренних дел по городу Москве. Я хочу пожелать вам яростной, бескомпромиссной борьбы, без травм, пожалуйста. Так. Хочу, пусть победит сильнейший, но самое главное, чтобы победила дружба, потому что в таких матчах, в таких встречах, в таких противостояниях, конечно, всегда нужно побеждать дружбу. Команду московских полицейских возглавлял начальник ГУМВД России по городу Москва генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин. На лед Дворца спорта «Олимпийский» вышли сотрудники полиции, искренне увлеченные спортом, и поэтому борьба была жаркой. В напряженной и бескомпромиссной борьбе победу со счетом 5-2 одержала команда ГУМВД России по городу Москва. Матч хоккейных команд полицейских на Рязанском льду оказался поистине товарищеским. Спортсмены поздравили друг друга с интересной игрой и не скрывали радости от общения. В общем, главное не победа, главное участие и то, что наша полиция нас не только бережет, но еще и показывает хороший пример того, что спорт должен занимать отнюдь не последнее место в жизни любого человека. Yeah.